800 ступенек. Вот так это выглядит. 800 ступенек. Немножко сложнее, чем в дождь. В дождь как-то мы быстро забежали. А тут мы долго стоим, отдыхаем. Ему кривись. Май вообще по одной ступеньке поднимается. О, она, наверное, очень рада, что пошла с нами. Да, очень. Еще каким чуть больше 400 ступенек и все. Да, нелегко, нелегко. А Златке все ни по чем. Златка бегает, прыгает. Смотри, как она ржавела. Тут уже протерли руками трубу. А, протерли? Ну, а что? И ржавела. Ну да, и заржавела. Хорошо, что можно еще постоять в тени. Тут кое-где есть тень от деревьев, и можно постоять, спастись от солнца. Если бы деревьев не было, это, наверное, была бы сковородка просто. На солнце жарит так, что неимоверно. 7-11 надо забежать. Даже не здороваются. Орут на своем английском. Они тут самые главные. Ну да, они же так разговаривают. Кинг и Куин. Девятьсот 50 ступенек. И на 950 ступенек открывается прекрасный вид. Сейчас мы посмотрим на выражение лица Майи. Майи, смайл, плиз. Смайл, смайл. Окей, вот такой смайл. Дарит нам Майи на 950 ступенек. Такой кислый смайл. Да, немного кисловатый. Вот он я. Майка мокрая. Вот майка мокрая. Ага. Задки. Еще можно было бы 1000 ступенек спокойно, да? Нет. Ты можешь сбегать туда наверх, посмотреть, как там вернуться майка. Потом к нам. Нет, я уже сбегаю и буду там. Вот здесь после 950 начинаются ступеньки такие. Смешные. 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 Water. У меня 42 размер. Вот на всю подошву еще чуть-чуть. Значит, сколько это там сантиметров можно прикинуть? О. Да. Вот. Тонкан. Yes. Тонкан. Water, yeah. Окей. Okay. One kiss for water. Ладно. Засчитано. Местами эти ступеньки еще выше. Кажется, что они такие вообще по полметра. Значит, вот так, вот, ступеньки, вот так.
На здоровье. Вот и все. 1200. Остается каких-то там 20 ступенек. И самый верх. Наверху хорошо. Наверху обдувает ветром. Дышится полегче. Сыровато внизу. А наверху так прохладно, свежо. Хорошо. Нормально. Можно идти. Даже май может, как-то из последних сил. You see? Finit. Я чувствую, да, больше с нами не пойдет ни на какие вьюпоинты. Thank you.
Партийку в шашки? Да, давай. Знаешь, чем они играют здесь в шашки, тайцы? Пробками от пива или от лимонада. Одни пробки так переворачивают, другие наоборот. И играют в шашки пробками. Прикольно. Мы тут уже много раз играли. Видишь? А, конечно. Вот так вот. Примерно так. 1230 ступенек вниз. Примерно так же, как и наверх. Не знаю, что лучше. То ли вниз, то ли наверх. Наверх интереснее. Наверх поднимаешься, там ветер. Там хорошо. А вниз спускаешься, ветра нет, духота. Когда поднимаешься, когда ты больше. Пока-пока.